Волонтерский штаб акции «Мы вместе» возобновил свою работу в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Магаданской области. Добровольцы штаба окажут помощь гражданам старше 65 лет и магаданцам, находящимся на добровольной самоизоляции. Волонтеры доставят продукты, лекарства и товары первой необходимости. От нуждающихся потребуется только оплата самих покупок. Региональный штаб общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» организован с этой недели. На прошлой неделе мы набирали волонтеров для того, чтобы запустить деятельность штаба. С понедельника работает горячая линия по приему обращений от граждан старше 65 лет, которые находятся на добровольной самоизоляции, на оказание помощи в приобретении продуктов, лекарственных средств, помощь с выносом мусора, выгулом животных и какие-то, может быть, еще мелкие просьбы. Но основное – это, конечно, купить продукты, купить лекарства, вынести мусор для тех граждан, которые не могут самостоятельно выйти по причине самоизоляции, вынужденной добровольной самоизоляции. Перед началом работы волонтеры проходят дистанционное обучение о том, как защищаться от коронавируса и как взаимодействовать с пожилыми людьми. Далее подготовленным добровольцам проводят инструктаж, и после чего они приступают к волонтерской работе. Обратиться в штаб акции «Мы вместе» можно в будние дни с 14 до 18 часов по номеру горячей линии 64 39 18.